Марина Бусова 2 года живет на Химиков 9. За это время у нее родилась дочь, сейчас ей 1,5 годика. Когда маленькая Анжелика еще не умела ходить, заботливая мама начала беспокоиться о детской площадке во дворе. Много во дворе и детей, и больших, и маленьких, и молодые мамы уже ходят с колясками. Ну, хотелось, конечно, как бы и небольшую, хотя бы площадку, чтобы можно было и как бы с детьми выйти погулять, посидеть, ну и они, чтобы, естественно, поиграли. Вместе с другими жителями дома начали писать письма в управляющую компанию. Они ссылаются на стройки. То, что рядом стройки и не может быть детских площадок. Места для детской площадки действительно во дворе нет. Перед домом Химиков 9, прямо на площадке, где по проекту должна была быть игровая для детей, уже 2 года строится 10-этажный дом. Как и зачем здесь одобрили стройку, точно неизвестно. После постройки дома площадку обещают поставить. Хотя долг жильцов перед управляющей компанией более 30 миллионов рублей. На что будут строить, коммунальщики не знают. Из-за отсутствия детской площадки местные дети играют на стройках, их здесь несколько. Кстати, на одной из них в прошлом году уже случился несчастный случай с летальным исходом. Кроме того, что дети подвергают себя опасности, страдают и люди, проходящие мимо строек. Бывали случаи, когда со стороны стройки в прохожих летели камни. Словом, из-за отсутствия только одной детской площадки возникает масса неудобств и проблем. Алмаз Кашаев, Максим Липин, Ренат Харасов, Новости НТР.